Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по NextRPM. А сегодня у нас четверг, а значит глобальное обновление. Сегодня вышло то, что заставило меня вернуться в NextRPM. А именно пару функций, которые они сегодня добавили. Поэтому я всем желаю приятного аппетита, я всем желаю приятного просмотра. Ну а мы погнали к обновлению. Сегодня у нас 16-е получается, вот обновление. Это все неинтересно. Нам нужно именно то, кстати, вот, новый кейс дивный с новым Мерседесом. Посмотрим его, что это вообще такое и с чем они выйдят. 2500 стоит Мерседес. Посмотрим про него видосик. Так, ладно, видосики у них классные, конечно, но стоит он 2500, получается, 25 тысяч надо потратить, чтобы его выбить. Это очень плохо. Так, дальше, F1 обновление, идем дальше. Вот, Банк Москвы открыт. Добавили возможность открывать вклад и получать проценты по нему. Новый тип бизнеса, интернет-магазин. Понятно, все. Так. Дальше DM-сервер, новый пак мафиозник и новый скин, это все неинтересно, новый XR, новый контент, как обычно, и корректировки, это все сами почитаете, все неинтересно. Мне важно только вот, что у нас получается, это новый банк Москвы, который они добавили, хотя они обещали то, что банков не будет. Ну, как видимо, слова их не все попросту. Находится он недалеко, поэтому погнали к нему. Так, подъезжаем мы к нашему банку Москвы. Так, глушим машину, заглушить. Все, погнали. Не прыгаем, а погнали. Заходим в банк Москвы. Тут уже наши чувачки стоят. Нажмите Alt. Итак, ознакомьтесь с правилами. Окей, давай ознакомимся. Откройте счет в банке, чтобы приумножить капитал. Выберите подходящий вам доступный вклад. Получайте проценты окончания срока. При приведении закрытия вклада, ага, только вернется, понятно. И с премиум, ну и с премиум, короче, у вас будет повышенный доход. Это все понятно. Без премиума никуда на NextRP. Зарплаты высокие, все высокое. Итак, первый получается быстрые деньги. Процентная ставка 5,5. Доход у нас 26 тысяч. Сумма 100 тысяч, либо 500 тысяч. А без премии у нас получается 3,5, 17,500 и от 500 баксов. Понятно. А, срок вклада 7 дней. Ясно. Тут у нас все понятно. Дальше, что у нас? Копилка. Процентная ставка 11,50, доход 288, либо миллион вложишь, либо 2,5 миллиона. И последний сейф, получается 25% ставка, сумма вклада 5 миллионов, либо 10 миллионов. И доход, конечно, за 28 дней. Угу. Давайте пробовать последний, получается 25,4, это у нас получается сейф. Ну, без премиума, конечно, до доход не очень. Так, открытие. Угу. Мне надо сначала открыть, да? Ну, давай открывать. Открыть. Что у нас тут? 5 миллионов, 10 миллионов. Я получаю, до 28 дней такую-то сумму, да? Ага, подпись. Ставим подпись какую-нибудь, без разницы. Все. Тут нет. Оформить. Подпишите договор вклада.
Ага, а где его подписать? Я подписал его, не? Давно у меня не было на Next, конечно. Открыть, оформить, подпиши. А, подписать, надо сохранить, во. Оформить. Все, вы успешно открыли вклад сейф в банке. Спасибо. И заходим теперь открытие вклада. Ну да, и здесь у нас будет, в принципе, показываться, сколько мы все получаем. Так, ладно, с банком все понятно. Теперь поехали покупать наш новый интернет-магазин. Итак, подъезжаем мы, получается, к нашим офисам. У меня нет офиса, поэтому мне нужно будет покупать новый офис. Купим мы за 1,5 миллиона новый офис. Не понял, а где 1,5 миллиона? Обычно, когда подходишь, там показывается это. Три выбора на офиса. Странно. Надо, может, съездить в другое место? Так, ладно, я пока съездить в другое место проверю. И если что, посмотрим. Так, смотрим здесь, в этом месте, что у нас получается. И здесь тоже никак. Понятно. Ну ладно, что, давай это покупать такую себе на 400 тысяч. Больше вариантов нету. Покупаем. Такой интернетчик неплохой. Интернет-магазин. Вот он есть. Так, максимальный доход в неделю 42 тысячи. Расходы 4 тысячи. Ой, а это вообще ни о чем. А что так слабенько? Так, на максимум у меня 6 тысяч. Пополнить могу 21 максимум. Давай пополним 21 тысячу. Максимум, максимум, все. Блин, а это вообще, короче, ну это... Не, мог... не хотя, если его прокачать, не знаю, что... Но опять же, максимальный доход в неделю, это грязными, грязными, 42 тысячи. А смысл от него? Я не вижу смысла от этого магазина. И так чисто для... Ну, блин. Такое себе. Я думаю, там где-то 5 лямов будет, 10 лямов будет и не стоит, и это. И потом можно будет купить. Здесь что у нас? Уникальный магазин. А, вот как теперь. Теперь ты постепенно улучшаешь, да? Ну ладно, купить. Теперь у нас за 600 тысяч такой вот получается офис. Угу. А может здесь будет уникальный магазин побольше стоить? Давайте проверим. Где у нас уникальный магазин? Ты где? Это здесь. Да, вот. Уникальный магазин, интернет-магазин. В принципе, все одно и то же. Ясно. В принципе, нас надурили. Что у нас здесь? Здесь все херня у нас. Ну что, на этом, думаю, я буду заканчивать. А вот такое у нас обновление вышло. В принципе, всего этого мне пока понравилось только это банк. То есть, если вы играете повседневно на NextRP, то для вас банк – это актуальная тема. Покупаете премиум, вкладываете бабки и получаете за месяц там свои 2,5 миллиона на халяву. Это, в принципе, неплохо сделано. Хоть где-то можно нормально зарабатывать. Помимо фракций, допустим, вы можете на месяц поработать, вы еще можете получать эти банки. Ну, а на этом, думаю, я с вами буду прощаться. Ставим лайки, дизлайки, там подписываемся на канал.